Всем привет, с вами Прия. Сегодня речь пойдет о небольшой такой неполадке, связанной с заданиями соратников. Все показалось хорошо, они отправляются, они приносят награду, приносят ее исправно. Ну, конечно, не так, как хотелось бы, иногда проваливают квесты с дополнительной наградой, конкретно 90%, которая показана нам в текущий момент. Но не суть. Они отправляются, самое главное, они приносят основную награду. Это уже есть хорошо. Мы отправляем квестик, все классно. Но хотелось бы сказать одну такую интересную вещицу для тех людей, которые пользуются мобильным приложением. Мобильное приложение, конкретно заточенное под Battle for Azeroth, а именно с целью отправки заданий соратников. Так вот, войдя в него и в тот момент уже конкретно, когда завершится это задание, само собой нам захочется взять награду. И взяв эту награду, абсолютно никакого повышения планки репутации в принципе не будет. Мне сегодня люди об этом сказали на стриме, спасибо им за это огромное. Так вот, суть-то в том, что я решил ради эксперимента проверить так на своем монахе, мейне, текущем. Почему именно монах, все-таки мейн, может кому-то интересно, видосики есть на YouTube-канале, в ВК-группе там все расписано, я думаю, найдете. Так вот, репутация-то крайне важна, на самом деле, хочется превознесение получить, хочется ачивочку получить, маунта какого-то купить там, если он есть, конечно, гербовую накидку, она вроде у всех фракций есть за превознесение. Так вот, не смогу я это сделать, потому что мне не дали баджики, а все из-за того, что я завершил задание с помощью мобильного приложения. Об этом баге уже, конечно, компания Blizzard написала в Твиттере, но я об этом узнал только сейчас. И это как-то, ну, некрасиво, что ли, получилось. Вот. И ладно бы с ними, с этими баджиками, с пылающими углями. Как бы по барабану на эту фракцию. Окей, почтение есть, и то хорошо. А вот если это будет фракция защитники Азерот, и я, придя в рейд, к примеру, я человек, у которого там до почтения не хватает, ну не знаю, репутации 200-300, пойду завершу квестик через телефон, а в итоге мне репутацию не дадут как-то. Не очень-то классно будет, а в текущий момент, к примеру, я стремлюсь к Превознесению. За Превознесением там очень классный азеритовый нагрудник, кожаный 355-й, с хорошими трейтами для монаха, на самом деле. И я не смогу его получить, если я как-то так прокликаю на своем телефоне вот эти вот квестики, завершу с репутацией. А мне нравилось это делать, к примеру, во времена Легиона. Жаль, этого не было во времена Дренора, я бы вообще из телефона не вылазил. Так что вот как-то так. К чему я все это? Не завершайте задание через мобильный телефон. Вот. Зачем это приложение нужно, кроме завершения заданий? На самом деле нужно для отправки заданий. То есть отправлять вы можете через телефон, а завершать конкретно те квесты, которые дают репутацию в виде баджиков, вообще в принципе ни к чему. Я сегодня напишу в техподдержку и результат диалога выложу в ВК-группу. Я хочу узнать, что они мне ответят. То есть, начислят ли через какое-то время эти планки репутации, конкретно очки репутации, баджики мною полученные за квесты и сожженные в результате вот этого вот происшествия, или вообще не начислят. Если не начислят, это как-то некрасиво по отношению к игрокам. Если начислят через какое-то время, то окей. Ну, как-то вот так вот. Расстроен я немножко вот этим всем действием. Но не унываю, на самом деле. Того я вам советую. Всех вам благ. Счастья, здоровья. Берегите ноги. Подписывайтесь на ВК-группу. Смотрите стримы ежедневные по 20 часов в день. Не менее. Все, до скорого. Берегите ноги.